Широкая лента Камы отделяет набережные Челны, Нижнекамск и другие города этого нового индустриального региона от центральных районов страны. С утра до позднего вечера работает паромная переправа. Но это не решение проблемы. Нужен мост. Почему же его не строили раньше? Дело в том, что сначала нужно было построить плотину Нижнекамской ГЭС, которая и будет основанием моста. Лишь после возведения плотины, а это было недавно, мостостроители смогли приступить к работе. Понятно отсюда, что сроки строительства очень сжатые. Отлично трудится на строительстве моста бригада гидромонтажников под руководством Энгельса Мубараковича Давлетшина, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени. Ей поручен монтаж 30-тонных ригелей, продольных балок. Трудовую эстафету гидромонтажников подхватывает другая, известная в гидрострое бригада Виктора Краснова. Сварщики-монтажники заняты установкой опор магистрального моста. Напряженно работая, мостостроители стремятся как можно скорее связать Закамье с основными железно- и автодорожными магистралями страны.